Итак, новый проект. Муфельная печь для плавки алюминия. Взяли один пакет 5-килограммового гипса, песка с той кучи и воды с колодца. Все сейчас замешаем и опустим бутылку, чтобы получилось пространство для самого розжига, где будет сам розжиг происходить и плавка. Сейчас мы все сделаю и потом покажу, что у меня получилось. Так, что у нас получилось? Клейстер я приготовил из песка и гипса. Развел ее и опустил туда бутылку 5-литровую от воды для придания формы непосредственной топки. Вот сейчас она подсохнет, застынет. Потом вытащу и покажу, что получилось. Итак, у меня проверка моей печки. Вот я ее сварганил наконец, дошли руки, поставил трубу, кинул уголек, деревяшки, поставил фен промышленный, зажег. И вон тестирую. Пока без алюминия, без горна, без тигеля. Чисто тест-ран, так сказать. Прикольно, мне нравится. Сейчас она тут все прогорит и буду убирать. Все, смотрите, в следующий раз буду уже пробовать вместе с тигелем. Сначала надо найти трубу на металлоломе и сделать. Все, пока.